есть интересный экспонат, который есть только у нас в областном краеведческом музее. Это пельменеварка. Пельмешки у нас очень любили в селе. Наподобие самовара сделана пельменеварка. Там внутри решетка, как манты вот сейчас варят, да? Также и была сделана, сварена такая же пельменеварка. Сюда засыпали уголь, раздували, наливали водичку и варили пельмешки, чтобы в любое время можно было накормить гостей. Наши предки были очень гостеприимные. Вот в избе у нас на столе стояла всегда краюха свежего хлеба, закрытая полотенцем. Возле дверей под палатями стояло ведро с чистой водой, чтобы в любое время можно было накормить, напоить тех, кто пришел к нам с улицы.